В Германии сгорел автобус «Эколайнс» из Латвии. Он ехал в Париж. Благодаря тому, что водители действовали по инструкции, никто из пассажиров не пострадал. Вот что нам рассказала глава фирмы «Эколайнс». В автобусе сработала пожарная сигнализация. Автобус остановился, водители вышли посмотреть, увидели, что да, со стороны мотора появляются языки пламени. Поэтому стюардесса начала выкуривать пассажиров. Второй водитель начал забирать багаж, а водитель третий начал, поскольку в автобусе предусмотрены огнетушители, то начал тушить языки пламени. Ну вот этим затормозили его горение, за это время вызвали пожарных, но, к сожалению, автобус довольно сильно пострадал. К радости пассажиры не пострадали, и поэтому для нас это большое удовлетворение. Инцидент произошел в воскресенье утром недалеко от германского Бад Эйнхаузена. Из-за происшествия шоссе было перекрыто на 4 часа. Сразу несколько немецких изданий опубликовали фото происшествия. Вы их видите на своих экранах. Двухэтажный автобус полностью сгорел. 46 пассажиров отправились в Париж уже на другом автобусе. В результате происшествия повреждены некоторые вещи пассажиров. Материальный ущерб им обещают компенсировать. На предприятии ведется внутреннее расследование. По предварительным данным причиной возгорания стало короткое замыкание в системе отопления автобуса.